Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Эмпаут, а мы, ну, продолжаем играть в Metro Redux. Тем временем, когда уже давно проходит Exodus, но меня это никак не волнует, потому что я вот прохожу Redux, и все, в принципе, замечательно. Сейчас мы каких-то врагов... Я, кстати, не понимаю, вот... Бросает же на С, да? У меня вот пока только динамит. Что-то другое бросить, я не знаю. Так, это вот где воздушка? А, это мой калаш новый, приноси, я уж не помню даже. Что у меня было? Воздушка. Бедняки, рабочие, бездомные, только партия покажет нам свет в конце туннеля. Марксизм-ленинизм говорит. Скажите, а что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах с Филевской линии? Давай в стелс сыграем. Ну, вопрос-то жизненный. Это самое, он говорит. Тишина, строимся, все за мной. Вот она, моя получка. Боюсь, только надолго этого не хватит. И помрем мы нищими. Так все, хватит! Довольно, болтовни! Подъем! Строится! О, щит. Тихо, пацаны, тихо. Все нормально, парни. Я не хочу вас убивать. Зачем мне это делать? Еще патроны на вас тратить. Давайте потихонечку пройдем. Все будет в порядке. Прикрывайте! Я идиот полнейший. Да. Пацаны, но я не хотел. Блять, воздушку нахуй трачу, ёб твою мать. Артём, блять. Не, давайте. Тела нахуй сети. Заебали, я хотел по-доброму, а вы скучали, драные. Я по-доброму, сука, хотел. Я хотел, блядь, по стелсу оглушить, не убивать вас, блядь, пидорас, сука. А вы ебланы полные, блядь, которые нихера не понимают, что я для вас, блядь, сделал. Пидорас. Хуй вас так много-то, блядь. Отошел, блядь. Пиздец вас тут, блядь. Давай вот тебе еще пропишем, главный генерал, блядь. А ты чё? Всё, блядь. Потухли нахуй. Сколько народу, блядь, полегло и просто так, без причины. Вы это понимаете? Никакой нахуй, давай верни меня обратно. А ты чё? Тоже лег. Вы, блять, видите, сколько вас подохло, это просто так, суки. Хотя вы могли притвориться, то что вы не видите, я бы вас отрубить кончил. Я ведь не хотел вас убивать, блять. А ты чё выёбываешься? Не выёбываешься. Ой, бля, еще сверху давай, да идите сюда. Думаете, мне сложно целую базу из вас положить? Вообще изи. Чего вы мне тут втираете фигню всякую? Что за оружка? А это этот ублюдок модернизированный. Да и хер себе. Да вы пидорас, пацаны, поймите. По-хорошему ничего не поняли, свет отключаем. Значит,
меня не видно было. Ищите. Хули я не могу вас вернуть. Ищите, ищите удачи. Сейчас вот кто-то ляжет, вот смотри. Опа, нахуй. Ну, ты не заметила, сучара. Ладно, лежачих не бьют. Херня, ладно, мы сюда попозже пойдем. Ключи какие-то, блядь. Или ладно, дай-ка я сюда пойду. Кстати. Давай-ка фонарик побольше. А, я понял, тут током ебашит. Все, я понял. Теперь не ебашит, да? То, что... А хотя стоп. Чё тут это? Всё, ладно, сюда мы сейчас это вернёмся, вернёмся. У нас там что-то есть. Чё у нас тут-то? Пацанчики, я воевать хочу продолжить. Может, я что-то упустил, мало ли. Может, я в натуре что-то упустил. Сука, отстреливается, блядь. Опа, снял. Знаете, если честно, мне кажется, нет смысла сейчас туда идти, в эту полную пизду народов. Охуярит-то как. Ладно, ой, бля, тише, пацаны. Ладно, я все понял. Зря туда пошел, не надо мне туда идти. Нахуй оно мне сдалось. Я все понял. Строго не судите, пацаны, я не пойду к вам. Я съебываю, нахуй. Нахуя мне это сдалось? Не буду я туда пробиваться, зачем мне это? Нахрен оно мне надо? Лежачего не бьет, да? Фонарь нахуй. Так, тут я уже все забрал. Противогаз обязательно напиливаем. А то, судя по всему, тут полная пизда у нас творится. Ночное видение, что ли? Thank you.
Нихуя себе. Вот это я ща молодец. И это все что ли? Все равно вперед пробираться, да? Жаль, жаль, но зато сейфик нашел. И прибор ночного видения. Что мою задачу делает охеренно просто. Вообще, он вообще тема, мне нравится. Так, вы уже атакуете, да, суки? Не, ну это подберусь, я подберусь, чё. Вот это вот сейчас будет жарко, вот это вот будет сейчас горячо. Главное много не пропускать. Точно, а чё херней-то май, смотрите. Все нахуй. Бросай. Чё тупить-то, блять? Вот вам, ловитесь. Лёг, блять. Отлично, лёг. Блять, ловите. Хера вас тут чертить-то, блять. Ладно, отдыхать некогда. Воевать надо, блять. Пока нормас. Пока держимся. Ребятки, блядь. Там вот хорошо тоже, суки, прописано. Она... Лёг или нихера? Значит, беру следующим образом. Попытаюсь пробежать. Самые опасные нахуй. Заебись. Вот эта тема. Суки, свет вам отключить, блядь. Ладно, блять, был. Чё, так положил быстро. Ну ладно, я мастер. А чё, сюда не надо мне, да? И новая, конечно, тема, но сейчас она мне не нужна. Блять, ярк слишком. Вау, лови, короче, сука. Чё, блядь, ни в какую, что ли, хочешь сказать? А с хуя калаш деньгами стреляет?
Или что это у меня, блядь? Натурис. Мне кажется или нет, но, блядь, Каваш что, деньгами сейчас стреляет или что? С чего ты такой крутой-то бобом-то стрелять, а? Не, ну я веселый. В натуре, почему ты решил то, что ты можешь стрелять деньгами? А, Калаш? Что за бред? Ладно, не будем работать. Давай воздушку. Вон на воздушку бы прицел получше поставил, все это калаш новый продадим, наверное. Куда я его вообще достал, нихера не помню. Хотя это модернизированный калаш бурбон, но все же. Что за фигня, почему он стреляет деньгами? Да заебали, ловись. Да ляг ты, блядь. Заебали. Блядь. Быстрей, Калаш. Похуй, деньгами постреляем. Да, блядь, ляг ты, сука. Калаш что-то сейчас работает лучше, блядь, намного. Деньги, блядь, не деньги. Чё, ключи какие-то нашел? В чем прикол именно этого калаша? Почему он деньгами стрелять стал? Вот в чем вопрос. Ну ладно, это я разберусь позже, может быть придется продать его калаш памятный или модернизацию убрать. Какую-то. Просто я в натуре не понимаю сейчас, в чем прикол. Почему он стреляет баблом, какого хера? Напишите в комментарии, друзья. Или так и задумано. Ну вот еще дали бабло до хера. Но это бабло я сейчас просру, потому что я им буду стрелять. Логично. А че я реально херню понимаюсь? Вот просто берем. ПНВ одеваем и все. Ебашим. Там, где не видно ни хера. Ебать народу. Лежит тут.
У красной линии нет врага злее непримиримей, чем Четвертый Рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну сторону, то другую, а иной раз, как метро, разделяются пополам и бьются до полного взаимного уничтожения. Рейх должен быть противоположностью красной линии. Так почему же он так на нее похож? Не считай жизнь впроголодь. Трудовые отряды и бесконечные митинги, трескучая болтовня политиков и пустые глаза у простых людей. Тут тоже разговаривают лозунгами и тоже нельзя. Сомневаться в том, что тебе говорят. Правда, верят тут в другое. Мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жизнь наладилась. Расовая чистота отступила на второй план. Теперь нацисты отстаивают чистоту генетическую. А раз норму здесь определяют политики, в мутанты можно написать любого. Кого казнить, а кого миловать, решают штурмовики с автоматами. А со шпионами тут обходятся так же, как на красной линии. Так что попадаться мне никак нельзя. Не попадайся. Куда ты пошел? Ой-о! А так и было задумано. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Интересно. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Блять, сука. Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Пацаны. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Нормас так. Заебись. Меньше будешь пятка мне поебал давать, сука. Здорово. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Спартан, здорово. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Вот это вот тема. Вот это тема. Давай, братан, веди меня к Мельнику. Так, двинули к броневику. Двинули. Так, по времени у нас что? Нормас. План такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее.
Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Я тоже. Ну, братцы, надеюсь. Удачи вам. Бля, братан, жаль тупой. Ты так пиздато зарезался. Лучше ты повел. Доверяю уже больше. Блять, а, заебись. Натуры четко. А мне куда вперед? Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну окей. Если что, будешь шмалять как ёбнут. Открывай. Салам, братья. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Пизда вам, сучары, блядь. Батя в здании, а не враг в здании, блядь, сука. На тебе, блядь, вот прям вот ебало, что-то там глаза вытрущил, зарвись нахуй. Кто еще там, блядь? Охуели вообще, пидорас, ёбан. Блядь, выезжай давай, зови. О, я могу башню держать. О, видали, опа, 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 опа. А, так, слева, давай. Блять, какой слева, это справа, сука. Так, блять, и... Враг с левого борта. Ну, справа. Хотя, если подумать, это левый. Ну хотя, да, 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 все. Вот с левого борта это да, правильно. Все, давай. Шмаляем. Ты же вперед ты едешь. Все, да, ты правильно говоришь, слева. Да ты заебешь, давай проламывай уже. Убивать так, блядь. Да неужели ты что-то проломил? Да все, все, вижу. А чё ж ты не сказал то, что по левому борту, да? Ну а теперь он точно сзади, да, я признаю. Зарвись, пожалуйста. Вот так, красота. Самое оно, тема. Господи! Да это же танк! Где? Блять, хуясь в натуре танк. Чё, пиздец? Блять, едь! Чё ж ты пердишь-то, сука, сейчас догонят.
Заебись, что сказать. Да давай уже едь, ёб твою мать. Едь, блять, и так по пизде все идет. Пизды как дают, хорошо, ебать, аж ФПС просела. Пиздец. Давай еще раз. Давай куда, блять? Мы фонарик вырубим, может нас не спалят. Вот он, огонь! Суки. Давай, протянем, блядь. Башенки так потихонечку, не торопясь. Все, заебись. Блядь. Не бучи тебя, рот. Да вижу, блядь. Пидорас, ты много нахуй. Неужели, блядь? Ух, еле проскочили. В натуре. Куда ты там лежишь, блядь? Ай, больно, сука, блядь. Чё за параша? Сейчас еще скажи мне, от мутанта нахуй отстреливаться. Боевая машина. Давай. Вонять-то не будет. И это план? Наши кости уже обгладывали бы туннельные крысы, если бы нам просто не повезло. В плане Ульмана было всего две составляющих. Безумие и внезапность. Фашисты не ждали, что мы захватим их же собственную дрезину. Не ждали удара с тыла в спину. Ничего, времена благородных поединков прошли давным-давно. Если нужно ударить спину, чтобы выжить, мы в метро бьем в спину. Главное, чтобы твоя собственная спина всегда была надежно прикрыта. Заебись. Еще есть что-то? О, патрон. Видишь, блять, я ими стреляю, нахуй, я ебал. Ну, что-то нормально прикупить. А что, прикол что ли? После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Короче, ладно, дорогие друзья. С вами был Тутен Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новую серию метро. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи и всем пока. Надеюсь, у вас все в порядке, все хорошо, радуйтесь жизни.